Приветствую каждого игрока толщины статисты на моем канале, с вами Зав. И тут я решил открыть один из наборов, которые на данный момент продают на листе. Набор прикольный, сразу скажу, набор выгодный, именно поэтому я решил его приоткрыть. И мало того, что набор выгодный, я его прикупил сам, и мне еще подарил его подписчик Артемий. Поэтому мы откроем вместе с вами аж два набора. Два набора сегодня будет, и мы убедимся в том, нормально ли это предложение, выгодное ли это предложение, или все-таки это какая-то туфта, которую абсолютно не стоит покупать и не имеет никакого смысла. Для начала я вам покажу, что это за предложение. Это предложение называется «Лови момент». Вот так вот оно выглядит. Сейчас у меня надписи исчезнут, да? Значит, тут у нас несколько контейнеров, то есть два контейнера «Мега», два контейнера марсианских, 10 кассетников, два контейнера мистических, ну и всякая другая мишура. Я вам сейчас покажу картинку, на которой это выглядит, ну, чуточку приятнее. Есть еще большая версия такого набора, но я посчитал, что маленькая версия, она даже выгоднее, нежели большая. Здесь 12,5 тысяч золота, вам не видно, ну, там 12,5. Вот, за 2,290. Маленькая версия чем лучше? Потому что там золото получается чуточку больше на ту сумму, которую мы платим. То есть по золоту, вот здесь вот я рассчитывал, 10,57 золота за 1 рубль, это если мы берем маленький набор, и 9,82, если мы берем большой набор. Поэтому я, естественно, забрал себе маленький. Сейчас вы увидите, как он выглядит в натуре. То есть вот так вот прилетает все на аккаунт. Пятак мы, естественно, запоминаем. То есть у нас пятачок уже прилетел. Ну, в моем случае, так как у меня будет два набора, это будет 10 тысяч золота. То есть 10 тысяч золота уже у нас на аккаунте. Набор можно купить только один раз, но можно его подарить. То есть, вот мне как раз и подарили. Ну, две елочные игрушки, вот этот камуфляж, интрудер и вот этот инвейдер. Мы, короче, их учитывать не будем. Это просто бонусы. Считайте, что вот игрушки и вот эта вся мишура, это бонусы. Мы будем учитывать только вот эти контейнеры, которые мы откроем. И сертификат плюс бонус. Сертификат это, короче, очень мемная штука на самом деле. Мы его в самом конце откроем по приколу. Потому что с него обычно падают танки от 2 до 4 уровня. Потому что на них шансы очень высокие. А на танки какие-то нормальные, шансы никакущие. Вот эти сертификат, все есть, все лежит. Вот 4 марсианских, которые мы откроем. Здесь мы откроем только 4 мистика, потому что их только 4 было в наборе. 20 кассетников обязательно откроем и 4 мегаконта. И подсчитаем, сколько всего золота у нас получилось за два таких набора. А потом поделим на двойную сумму рублей, которые мы потратим. И примерно прикинем, насколько это было выгодно. Или невыгодно. Узнаем. Значит, первое, что мы должны отметить, это наши 10 тысяч золота, которые уже лежат у меня на аккаунте. Они уже мне прилетели. Они уже мне достались. Мне для них не надо было бороться. Ничего получать дополнительного. Все уже есть. А теперь приступаем к открытию. И начнем мы, наверное, с кассетников. Потому что кассетники, по сути, ну, неизвестно, что они дадут за кадры. И по факту их можно просто прощелкать. Если 24-й кадр выпадет, вот это, конечно, будет нечто. Но мне выпадает 5-й кадр. Потом посмотрим, кстати, какой у меня разброс этих кадров. 16-й кадр. Не помню, был он у меня или не был. Мне еще, знаете, что нравится? Мне нравится, что тут вот всякие фильмы указаны. А в кашникам тут не место. Ну, это, старикам тут не место, я думаю, все понимают. Давайте дальше вот посмотрим, что там еще из фильмов у нас есть. 11-й кадр. 11 друзей статиста. 11 друзей Оушена, соответственно. Прикольно, да? То есть разработчики в этот раз даже не поленились, придумали какую-то там небольшую, но прикольную тему. Блицовский клуб. Ну, я думаю, даже комментировать не надо. Вы и так поняли, какой там клуб. И фильмы, кстати, выбраны все прям реально прикольные. «Залечь на дно» на Брюксе, по-моему, или как-то так называется. Вот это я не смотрел. Может, имеет смысл посмотреть, раз его сюда вставили. Наверное, это какая-то знаковая. Какое-то знаковое творение кинематографа. А в кашникам тут не место, это мы уже видели. А 24-й кадр будет? 23-й. Мы потихоньку прибавляем по одной штучке, чтобы выйти на 24-й. «Белое солнце» Аля Ламейна. «Белое солнце пустыня». Это тоже видел. 9-й. Ну-ка. Black Prince, горящие пески. А я, кстати, не знаю, что это за фильм. Ну-ка, ребят, напишите мне потом в комментариях, что за фильм Black Prince, горящие пески. Что-то знакомое смутно, но не могу понять, что это фильм. О, еще раз выпал. Пожалуйста. И 10 коробок мы уже, получается, открыли. То есть пока что непонятно, сколько дадут нам эти кассеты. Почти непонятно. На самом деле понятно. Одно понятно точно.
Так, 21-й, это что у нас, плитовский клуб? Одно понятно точно. Они дают минимум по 250 золота. По 250 золота. Это уже тоже было. Что-то у меня сегодня 20-е какие-то падают. О, 15-й мне уже несколько раз выпадал. Властелин колец. 15-й прикольный. Что вы делаете, ребята? Дайте мне другие какие-нибудь. Кто-то из первых должен выпустить. Там первый, второй, третий, четвертый. Не? Во! Во! Что там первый? Ирония судьбы. Угу. Ладно. Теперь пятый. Третий. Надо было только попросить. Трое во взводе, не считая черного пса. Да. 20-й опять выпадает. А, вот это одна из самых первых кассет, которая мне выпала. Танкс Блиц Сага Сумерки. На Фаусте. Еще две кассеты осталось. Два кассетника, но вдруг 24-й кадр лежит именно здесь. Нет. 13-й, кстати. 13-й район, Малиновка. А, 13-й район. Прикольный фильм. Ну и последний. Естественно, ничего не падает. 6-й. Великолепная шестерка ИПТ. Итого, с 20 кадров у меня получилась вот целая куча кассет. Какие-то кассеты у меня уже были, например, 15-е. Они меня до этого падали. 12-е тоже были. Ну, каких-то нападало, в принципе, новых. Я буду молиться за то, чтобы либо 15-й, либо 12-й давал по 5000 золота. А узнаем, сколько золота они дают. Вот, прям четко узнаем, сколько золота они дают. Только после 20 декабря. 20 декабря будет стрим, на котором как раз-таки будут вытягивать шары какие-то там, ну или что-то еще, я не знаю, бумажки какие-то открывать. Как-то они, в общем, будут угадывать, какие номера будут сколько давать, какой номинал будет у каких номеров. И после этого нам будут начислять, ну, на каждую кассету начислят определенное количество золота. На данный момент вот эти все кадры, их называют кадры, стоят по 250 золота. Каждая. То есть здесь, вот то, что мы открыли, 20 коробочек, это получается 5000 золота. Минимум. Поэтому мы прибавляем себе 5000 золота. Не забываем это сделать. Уже получается у нас 15000 золота. Окей. Идем дальше. Давайте попробуем открыть мега-контейнер. Давайте, 4 мега-контейнера. Шмега-контейнеры, что же вы нам принесете? 4 штучки. Первый контейнер пошел. Они обычно, кстати, много наград каких-то дают. Но награды сами по себе не особо путевые. 1000 золота, окей. 1000 золота записываем. И мистические дополнительные мы получили. Посмотрим, что же с него выпадет. Ту-ту-ту-тун! Ничего. Ничего не выпало. Но, тем не менее. Хорошо, идем дальше. Прошу прощения. 1200 золота. Как-то наград, ну, совсем мало. Обычно с них все-таки падает, ну, хотя бы там 5 наград. Походу, я не то время выбрал, чтобы открывать, правильно? Ой. Ой-ой. 1200 золота. Хорошо. Ну, ладно, у нас есть еще 2 контейнера. Может быть, следующего контейнера мне повезет и выпадет, наконец-то, что-то реально годное. Ну? Треха! Слушайте, ну повезло. Треха — это реально хорошо. Потому что треха уже сильно прибавит к нашему капиталу. Давайте прибавляем сразу треху. Хорошо. И это, кстати, не выпало гарантом что-то. Это чисто вот треха с контейнера. Очень прикольно. Редко, конечно, такое бывает. Обычно мега-конты вообще ничего не дают. Но я видел, кстати, кому-то 50 тысяч недавно упало. Ну, еще 1200. Окей. Мега-конты какие-то унылые были, честно говоря. Ну, мы уже 21 тысячу отбили. Неплохо. И это при условии, что мы заплатили условно, да, по 899 дважды. То есть 1700. Но мы еще не закончили. У нас еще есть марсианский контейнер, да, и мистики в конце концов. Давайте мистики пооткрываем. Переходим к мистическим контейнерам. Первый пошел. Что же ты там мне дашь? 3 дня према. Прикольно, но не то. Мы такое не записываем. 3 дня према, вы понимаете, что это по сути ничего. Контейнер второго уровня выпал гарантом, поэтому по сути этот контейнер тоже был пустой. Продолжаем. Алиса, может, ты подойдешь ко мне, дашь мне немножко удачи? Точно мне нужна какая-то удача.
Алиса, иди сюда. Сидит она там. Наслаждается своей оконной жизнью. Там тепленько, батареи греют подоконник, получается, еще и на подушечке лежишь и кайфуешь. Короче, мистики заведомо ничего не дали, вообще ничего. Ну там ладно, еще мистик второго уровня остался, который выпал нам гарантом, мы его тоже сюда причислим, потому что, ну, все открывают мистики, кому-то повезет, вот он до второго дойдет, кому-то не повезет, он до второго не дойдет. Я дошел, соответственно, ну, все равно тут ничего не выпало. Ладно, допустим, допустим. С марсианских, кстати, может выпасть в принципе золото. Оно здесь есть. 50 золота, кстати, весьма высокий шанс имеет. Но есть шансы на 25 тысяч, и на 50, и даже на 100. Поэтому понадеемся, понадеемся. Давай, марсианские впечатления. Первый пошел. Да, с марсианских реально много сыпет, но обычно там всякая ерунда. Ну вот, 50 золота. Ну, прибавим, прибавим. Да, несерьезная сумма, согласен. Но тоже золото. Тоже пойдет когда-нибудь, куда-нибудь. Второй контейнер. Ну, давай, насыпай что-нибудь такого эдакого. 50 золота опять. И утка лед. Можно еще бустеры, конечно, золото было бы прибавить. Но ладно, бустеры золото опустим. Их еще сбить надо, там все такое. Поэтому будем считать, что не то. Так, вообще мне не нравится, какое у меня сейчас открытие идет. Если бы не треха с мега-контейнера, это было бы ужасно. Это было бы фантастически плохо. 100. Он бы хоть какой-нибудь атрибут ангара Рыбогозина дал. Который у меня есть, кстати, но почему бы и второй не залутать? Ну дай что-нибудь нормальное, а? Марсианский засранец. Пожалуйста, пожалуйста. Не, ничего, вообще. Прям золото даже не дал. Вообще просто послал меня куда подальше. Ладно, марсианские контейнеры, в принципе, тоже ничего интересного не принесли. Но, в принципе, можете считать, что вы будете открывать плюс-минус так же. Да, вам может повезти с мистиков, да, вам может повезти с марсианского, а может и не повезти. То есть мы идем, ну, почти по минимуму, не считая одного мегаконта, который действительно удивил. И теперь сертификаты. Есть у нас несколько сертификатов. Здесь танки от второго уровня. Тетраха можно получить или Т7К, которые почти ничего не стоят. Но они у меня, кстати, все есть. Либо можно получить что-то действительно годное, десяточки. Но если вы обратите внимание на шансы на какую-нибудь десяточку 0,02%. А шанс на какой-нибудь танк низкого уровня 2%. Этот шанс в 90 с чем-то раз больше, нежели то, что я получу танк какого-нибудь вменяемого уровня. То есть это вот до четвертых. То есть все четверки, они идут с этим шансом. Нежели то, что я получу какой-то танк среди десяток. Поэтому на десятку я, конечно, не надеюсь. Прям вот вообще. Но может быть, может быть. Может, мне повезет. Такой, кстати, сертификат вы можете получить, если купите золото, там, по-моему, за 449 рублей. Нифига себе, танк седьмого уровня выпал. Ну-ка, ну-ка, мы сейчас оценим мои шансы. Ну, это, конечно, не коллекционный танк седьмого уровня, но, тем не менее, мог бы выпустить могильщик или крушитель, было бы очень круто. Так. Не выпал немец. 47%. Ну, в принципе, мне повезло. Я могу вам сказать, ребят, что мне повезло. То есть, я не думал, что танк седьмого уровня выпадет. Я был готов к тому, что выпадет какая-нибудь блевотня четвертого уровня. Ну, плюс-минус. Ну, хорошо, ладно. Есть второй еще. Во, во, М3 легкий. Вот так и должно было быть с первого раза. Вот. Можно купить один такой сертификат, опять-таки, если вы прикупите золото. Давайте посмотрим, сколько там курс обмена. 50 золота. То есть миллион серебра, мы его не учитываем, 50 золота учитываем. Еще 50 золота. Итого, за всю сумму, по сути, только мегаконты меня спасли. Ну, они как бы заранее планировались как спасательные. И кадры. Кадры, которые еще не определены. Кадры 100%. Ну, какой-то там из кадров точно победит и даст мне больше, чем 250 голды. Так что эта сумма, скорее всего, она еще и увеличится.
Я, наверное, ее запомню и просто прибавлю действительное количество голды после 20 декабря. И напишу в телеге, наверное, да, сколько голды по факту получилось с этого набора. Но сейчас мы считаем по минимуму. И по минимуму у меня получилось 21 650 золота. Делим это на 899, умноженные на 2, чтобы все было честно. Правильно? Можно было без скобок, в принципе. Нет, без скобок нельзя, иначе бы он начал сначала делить. И получаем количество золота, которое я заработал за 1 рубль. 12.04. А теперь мы можем зайти ко мне в телегу. Зайти в телегу, да? И найти пост. Пост с градацией вкусноты золота. Он у нас самый первый. Градация выгодности предложений. И посмотреть, что мы попали вот в этот уровень. От 10 до 15. То есть это отличное предложение. Именно поэтому я и рекомендую данное предложение к покупке. Вот. Я его сам попробовал. Вроде как неплохо получилось. Я тут, вот. Вот оно. Если вы возьмете большой набор, вы примерно столько же контейнеров откроете. Потому что тут тоже 20 кадров, да? Здесь будет на один мистик больше. Понятное дело, что вам дадут сразу золото чуточку больше, но вы и заплатите побольше, да? На один марсианский, на один мега больше. Ну и, в принципе, все. Остальное точно так же. То есть мне столько же кукумберов дали за два набора, столько же вот этих камуфляжей дали, которые мы не считали. Но, в принципе, это все мне досталось, можно сказать, бонусом. Покупки вот этого золота. Да, у меня золото, в принципе, на аккаунте есть. Я тут недавно, правда, десяточку слил. Но ничего, вот теперь прибавилось десяточка. Видите, как круговорот золота в природе. Только деньги отстегивай. И золото будет крутиться. И никаких проблем. Давайте наши кукумбер... А, я их уже одел. Все, нормально. Елочку я уже одел. Тогда на этом, наверное, все. Вот, делайте выводы сами, повезло мне или не повезло. И пишите, будете ли вы покупать данный набор, или вы просто возьмете и купите шкатулку. Потому что шкатулки тоже завезли, и в принципе они довольно выгодные. Хотя я получил, между прочим, больше, чем дали бы мне шкатулки. 12 золота за такой наборчик, вот у меня тут про шкатулки тоже пост есть. Там у нас золото идет по курсу 10.66 золота. И это в копилке на 50 тысяч золота, между прочим. А если брать копилки какие-то мини-выгодные, то там и того меньше. Так что смысл определенно в этом наборе какой-то есть. Подписывайтесь на канал, лайкосик за то, что я просрал немножко своих деньжат. Двойной лайкосик за то, что Артемий мне подкинул данный набор. Спасибо тебе, Артемий. И раз уж вы подписались, то вы точно не пропустите следующий ролик, когда бы он там ни вышел. Всем спасибо и всем пока.